дети очень мало читают, дети из детских домов особенно. Поэтому мы, наш фонд Бюро добрых дел и наши партнеры, детский клуб «Рибамбели», решили открыть свой небольшой литературный проект. Друзья нашего фонда, актеры, музыканты и журналисты читают детям свои любимые книги. И затем дети участвуют в творческих мастерских на основе услышанного. Мы хотим поделиться с детьми нашей любовью к книге.